Армысыздар, құрметті Қазспорт арнасының көрермендері, құрметті волейбол жанкүйерлері. Волейболдан әйелдер командалар арасында өтіп жатқан 31-ші Қазақстан Республикасы чемпионаты ұлттық лига ойындары 2-ші тур Талдықорған қаласы жастар спорт сарайында өтіп жатыр. Бірінші нөмірде Либера Ольга Солод, 2-ші Назгүл Лайдырханова, 7-ші 8-ші Юлия Байдак, Екатерина Соколова, 11-ші нөмірде Анастасия Смирнова, 13-ші Лина Раченко, 15-ші Диляра Амангель, 17-ші Айгүл Мүлкубаева, 18-ші нөмірде Анастасия Иванчук, 20-ші Елена Малахова, 23-ші нөмірде капитан Либера және Светлана Расколова, 25-ші нөмірде ойнайтын ойыншы. Орли Майова экрандарыңызда мне өте көңілді. Бүгінгі ойынға дайын, негізгі құрам ойынға шығуы тиіс. Қуаныш ойыншылар экрандарыңызда. Кипова, Смирнова, Коломойец, Алдошина, Бельченко. Барлығы да негізгі құрамда шығады. Вячеслав Ходос, Ертіс командасының бас бапкері. Ал бұл Қуаныш және Қазақстан ұлттық құрамасы бас бапкері Дарко Добресков. Комментаторлармен Олжас Байбосын және менің әріптесім Александр Олейник. Қызықты тартысты ойын болады деп сенейік. Қазір 14-те 9 болып кетті себе. 5% басымдығы өте жақсы мүмкіндік Ертіс командасы үшін бірінші кезеңде жеңіске жететін. Әлі де болса бірінші аймақта Ольга Солод қала береді. На пределе сейчас абсолютно все. 25-25. Что там с подачей? Пока аккуратненько. Нет, такое не поднять. И, во-первых, хорошая косая диагональ. Во-вторых, хочется спросить, где блок? Где блок сейчас? Ну почему не успевают на блоке? Немножко пораньше встретить. 26-25. Ну вот замена под подачу. Любопытно, что Дарко Добресков Коломойц меняет. Хотя тоже опытный человек и умеет подавать хорошо. Но значит, что-то знает про Ботагоз и Симхан. Но, с другой стороны, нужна хорошая, аккуратная подача. Браво, Иванчук. Молодчина. Берет на себя сейчас смелость. Сыграть вот так вот нестандартно. По картинке показалось, что немного коряво. Но, коль уж залетело и коль уж это результативное действие, то какая разница, как это было сыграно. Главное, что это все в пользу команды. 26-26. Ох, как важно сейчас Иртышу взять эту партию, потому что если, мне кажется, дадут ее, то психологически просто собраться дальше будет очень тяжело. Ведя с преимуществом в 4 мяча, дать Иванчук четвертую, это аут. Это аут, хотя сейчас вроде как показалось, что может быть зацепил мяч линию, но нет. Уверенно судья на линии показывает, что мяч за пределами площадки. 27-26. Какой там третий, второй сетбол. И Алдошина на подаче. И подача летит классно. Прием отличный. Остается мяч в игре. Иванчук, ну разверни. Наконец-то разворачивает. Хотя здесь Алдошина на задний поднимает. Что блоком? Блоком снова пока тишина. Но, по крайней мере, на задней линии поднимается. Здесь остается мяч в игре. Маева мощно по рукам. Ну вот смягчение от блока, а теперь снова скидка, потому что тяжело было атаковать. Фантастический розыгрыш. Как бы он ни закончился, этот розыгрыш, возможно, будет определяющим. Опять же сетбол. Соколова просто вынуждена туда перекинуть. И все-таки Татьяна Алдошина. Концовку провела просто блестяще, великолепно сейчас капитан Куаныша. Ну и подруги по команде ее поддержали.
Шикарный, шикарный первый сет. Если он будет и таким, будет откладываться на каждую следующую партию, то я думаю, что мы получим настоящее удовольствие. 28-26 после челленджа, который Ходос использовал. Ну, Кулюс, он все равно сгорает, то нужно было его потратить и попробовать найти какой-то момент. Искали, скорее всего, заступ, но не нашли его, да и вряд ли бы сумели отыскать. Куаныш, проигрывая 4 мяча по ходу первой партии, сумел не только этот дефицит отыграть, но и оставить все за собой. Тарасная Азия чемпиона. Куаныш волейбол клуба. Волейбол жанкелер жақсы білеудейс. Мне из Гуршет тысяк болады бірінші кезең барысында. Ертіс командасы өте жақсы мүмкіндікті қолдан жіберді. Кезеңді жең болады. Да, ондай мүмкіндіктің бұл болмау екі. Бірақ та ары қарай осы тынығып алған ал Дошина қазір алаңға шыққан ойыншы. Шабулда көп ұпай алып беру командасына Лемаев бар шабулда 3-12. Такими моментами нужно дорожить. Еще бы пару подач как минимум таких, желательно 6, конечно, но здесь уже аккуратней. Лемаев справляется с приемом, а там снова берут на себя инициативу лидеры волейбольного клуба Куаныш. В данной ситуации Маргарита Бельченко из четвертой зоны. После хорошей доводки, после хорошего приема ставит точку. Ну что, вот 28-26. И прям совсем другая партия по концовке точно получилась. Два разных сета мы с вами посмотрели. Турнир кестесінде жоғары көтерілген еді. Енді екінші турдан кейін қалай болады кесте, оны алдын айту қиын. Бір нәрсені анық айтуға болады. Бұл Алтай командасы бірінші орында қала берсе керекті. Ну что, я думаю, вполне с хорошим настроением сейчас Анастасия Иванчук отправляется на скамейку запасных. По крайней мере, чуть-чуть отыграли отставание. Хороша атака. И вторым темпом. Но тут Солод обязана была вторым темпом все-таки забивать. Айда. Солод упирается в блок. Может быть, перевести. Тут неудобная передача. Но спасибо Наталье Смирновой, которая сейчас помогает. Не разобралась она под сеткой, что нужно сделать. Но тем самым вот так вот перечеркнула все эти ошибки связующего сейчас. Қалзыренді Тосқауылда ойыншылар жоқ. Бұл жерде Тосқауылын өтіп кетті доп дегенмен ал Дошина бәрібір ойынның нүктесін қойды. Не осы ойындағы кездесудегі үздік ойыншы деп 7-ші номерлі Татьяна ал Дошинаны сенімді түрде айтуға болады. Барын салды бүгін капитан. Таянып қалған жоқ шабуылда да қорғаныста да үздік ойын көрсетті. Жалпы есеп 3-0. Куаныш командасының сенімді женісі. Әзірге ішкі біріншілікте Куаныш тек қана Алтай командасына женілді. Қалған ойындардың барлығында женіске жетуде.